Покидаем наше временное жилище в Гранаде и едем в Кордову. Немного скажу о некоторых памятниках, установленных в Гранаде. Скульптура водоноса и его осла. Сразу вспомнился один древний вопрос. Чем отличается человек от осла? Осел ест стоя, а человек сидя. Иуда бен Саул ибн Тибон был еврейским переводчиком, врачом, философом и поэтом из Гранады. Он собрал огромную по тем временам библиотеку. Оставил сыну завещание, в котором говорит о своей библиотеке как о лучшем сокровище. Он прожил в Гранаде 30 лет и в 1150 году был вынужден бежать на юг Франции, опасаясь преследований альмахадов. Так назывались исламские племена из Северной Африки, которые вторглись на Иберийский полуостров. Монумент, посвященный Эмилио Эррера Линаресу. Он был испанским военным инженером и физиком. В историю Эррера вошел благодаря созданию первого в мире герметичного космического скафандра, который должен был использоваться в запланированном стратосферическом полете воздушного шара в 1936 году. Ну и, конечно, главный памятник Гранады, изображающий встречу Изабеллы I, Кастильской, с Христофором Колумбом. Художник Франциско по фамилии Ховер и Каза Нова на своей картине изобразил встречу Изабеллы и Христофора во дворце Насридов в Альхамбре. Картина написана в конце XIX века, так что это может быть лишь только фантазией художника по поводу, где именно происходила встреча. Монумент изображает исторический момент аудиенции Христофора Колумба у королевы Изабеллы Кастильской в 1485 году, когда великий мореплаватель явился просить у нее денег на путешествие для поисков нового морского пути в Индию. 7 лет он просил денег у нее на свое плавание. Никто не верил в его авантюру. Но в конце концов Изабелла дала ему денег, по слухам, заложив свои драгоценности. Перед поездкой в Кордову перекусили вкусными такосами с пивом, а кофе был просто изумительный. На вокзале, перед выходом на перрон, серьезная проверка. Проверяют все вещи перед посадкой на поезд. Междугородние поезда в Испании высокоскоростные, не в пример Великобритании. А с Латвией и подавно невозможно сравнивать. Быстро прошла поездка, и мы уже на вокзале города Кордовы. Какой интересный лифт в виде капсулы. Заходим в апартаменты, которые Ира предварительно забронировала на букинге. Кордове. Кордова. Этот дворик, колодец, комната. Сейчас посмотрим, здесь спальня. Спальня. Нормально. Кондиционеры есть. На улице 28 градусов сейчас. Это 22 сентября 24 года. Только приехали из Гранады. Стол старинный какой-то. Кухня, холодильник, микроволновка. Обалденная. А, нет, микроволновка здесь. Это еще и печка. Плита электрическая. Ну, в общем, нормально все есть. А главное для нас, где курить. Великолепно. А, здесь вот туалет. Душек. Нормально. Посмотрел в спальню, тоже в этом кондиционере. Да, кондиционер хорошо. Надеюсь, телевизор будет работать, в отличие от... Так, вот.
выходим на эту террасу. Ух, как жарко на улице. Дома хорошо, там кондиционер. Здесь улица. Люди ходят. Люди. Хорошо. Такие вот дела. Кактусы. Курительная комната у нас будет. Хорошо. Нравится. Великолепно. Сидеть и наблюдать за людьми. И пить вино с пивом. Есть сыр какой-нибудь вкусный. Или еще чего-нибудь вкусненького. Хотя тапосы сегодня просто изумительные были. Которые мы ели в Гранаде перед отъездом. Ну вот. Разместились в квартире и пошли гулять по Кордове. В прошлой серии я обещал рассказать об одной довольно важной проблеме, с которой мы столкнулись, будучи в Гранаде. Эта проблема существует практически на всей территории Андалусии. Но о ней почему-то не рассказывают другие авторы видео, которые снимают свои сюжеты о юге Испании. Это комары. В темное время суток стоит погасить свет, как их оказывается великое множество. Спать невозможно. Они, видимо, даже через кондиционер попадают в комнату. Просто сущий кошмар. Вот как Иру искусали в прошлые две ночи. Но испанцы знают, как бороться с этой проблемой. Просто и дешево, и никакой химии. Я вам расскажу об этом в следующей части моего видео. Возможно, это вам пригодится, если захотите посетить юг Испании. В первой части видео о нашем путешествии в Испанию. Я сказал, что по прилете в Испанию у нас паспорта не проверяли. Но это не так. Проверяли. Просто я забыл, так как полет происходил с неожиданными приключениями и вынужденной экстренной посадкой в аэропорту города Нанта во Франции. Впереди видна крепость Алькасар, крепость испанских королей. Здесь тоже, как говорят, происходила одна из встреч Христофора Колумба с Изабеллой Кастильской и Фердинандом. Но мы туда, к сожалению, не попадаем. Потому что завтра понедельник, а в понедельник она закрыта. Завтра утром мы посетим мечеть собор Мескита. Сюда не попадем, потому что понедельник все закрыто здесь, из музеев. Ай-яй. А жаль. По-моему, это называлось крепость христианских королей. Ну, хорошо. Опять горький апельсин. Отличительный признак – то, что это горький апельсин, сдвоенный большой и маленький листик. Какие финики висят? Где? Пойдем посмотрим на Римский мост и неспешно пройдемся по нему. Ну, кто-то знает ходы. Вот кот. Какое классное освещение как раз. Римский мост в Кордове. Это древнеримский 16-ти, арочный мост длиной 250 метров через реку Гвадалквивир на августовой дороге. Был построен после битвы при Мунде, состоявшейся в 45-м году до нашей эры, и имел важное стратегическое значение. Мост был отреставрирован в X веке при арабах и неоднократно восстанавливался также после реконкисты. В настоящее время от первоначального римского моста мало что осталось. Сохранился только его фундамент, остальная часть перестроена.
1 мая 2004 года был перекрыт проезд по мосту для транспортных средств, и Римский мост стал пешеходным. На северном берегу у Римского моста располагаются ворота Пуэрто-дель-Пуэнте, когда-то служившие для прохода через городскую крепостную стену. На противоположном от Мескиты берегу находится башня Калаорра, средневековая сторожевая башня, ныне музей. В центральной части моста находится памятник архангелу Рафаилу 17 века работы Бернабе Гомеса «Дель Рио». В 1931 году Римский мост был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Немного еще прогуляемся по мосту. Фотографии на память. Мы и старый Римский мост. Вода в реке мутноватая, рыбы не видно, а она есть. Завтра нас ждет еще один прекрасный день. Посещение Мескиты и прогулка по нескольким интересным местам Кордовы. Спасибо за внимание. Встретимся в новой серии. До встречи. Пока монтировал видео, случилось несчастье в Испании. Случилось катастрофическое наводнение в Испании. Погибло много людей. Это ужасно. Вдвойне ужасно, что предупреждение о катастрофе было объявлено, когда катастрофа уже началась. Соответствующие службы спасения оказались не готовы к выполнению своих прямых обязанностей. Печально. Жители, пострадавшие от наводнения Валенсии, забросали грязью короля Испании Филиппа VI со свитой в ходе их визита в регион. Король в сопровождении премьер-министра Педро Санчеса и главы Кабмина Валенсии Карлоса Массона посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. Однако их визит вызвал лишь напряженность среди местных жителей. Валенсийцев возмутило то, что военные лишь перед приездом короля прибыли в регион, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения.